А теперь моя очередь тебе. Что? Он всех жжет! Ты тварь, мы сейчас умрем! Нет, 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 бабка! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Васаби, Куёко, Растишка, Пингвинус. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет! Я помолчу. Всем привет! Сегодня мы играем в Гренни Симулятор. Три внука и две бабки, правильно? Правильно. Если опять кушайте, приятного аппетита. Мы начинаем издеваться над бабками, веселиться и угорать. Погнали! Ну все, ГГ вам! Да не ГГ, ГГ это тебе будет. Мы сейчас профессионально насобираем ключи, возьмем гранату и раздолбем тебя. Дима, ты знаешь, где граната? Она в особенном месте, как бы. Я найду и не ссы. На тебе. Жал в голову, на! Началось веселье, ребятушки. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. И меня уже какой-то чили-пиздрик травит, травил. Электрошок, травилка. Все веселье, как всегда у нас. Веселье. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Любой может зайти, записать и угорнуть. Я смогу отсюда взять? Нож! Ай, блин! Есть, отлично! Прямо на тебе за то, что ты моего чили-пиздрика бьешь. Так, отлично. Они уже накоцаны. Отлично. На тебе за это. Так. За неуважение к молодому поколению. У вас слишком много, так нечестно. Да чего, нормально нас. Ты чё это? Так, идем, берем оружие. Мою руку сломали! Ничего, ничего, заживет твоя рука. Одну бабку мы уже, в принципе, завалили, да, я вижу, жестко так. У Йока уже. Это макает. Да он еще сейчас умрет. Ай! На, тварь. Что, Растишка? Это не я. Я беру оружие. Мощное. Так, у Йока, ты че так быстро сливаешься? А вы слишком много, Дима, вы слишком много бьете одновременно. Значит, мы сейчас следующую катку сделаем тогда, когда бабок будет больше, чем внуков, да? Чтобы было веселее. Да ё-моё. Отлично. Тарелкой по башке. О, я взял горящий факел сейчас. Блин, не попал, не попал, но это было очень близко. Так, Куёко, ну что ты? Я! Где Куёко? Я вообще там. Ай, бабка старая, мешает. Блин, не могу взять угол. Я прям в притирку стою просто. На как? Это жестко. На тебе за это. Веселье. Так, давайте посмотрим, что здесь. Блин, ничего не... А, еще тарелочки у нас тут есть. Где ты? Это Куёко найти, да, это не Куёко. Куёко, прощай. А, ключик. Стаканчик. На, я убил. На, Куёко склеился. Так, сейчас отлично. Ты тоже клеишься, в осаде. Ты чё? Внука бьёшь с поварёшка, а? Ты такая зараза какая. Поймал на ошибке. Она посилилась. На. Прилетела. О, Куёко, электрошок. Я оставлю вам наследство. Куёко даже горит. С факелом в животе. О, бабку можно тягать? Иди отсюда. Эй, блин, да вставай, внук. Ай. Так, что у нас тут? Давайте возьмем тоже факел. Да будешь. Блин, уже все факелы позабирали. Детей травят, помогите! Ща, молоток возьму и по башке. Я так понимаю, что задание он не выполняет, его просто физически не дают это сделать, да? Ой, блин, молоток забрал. Бум! Давай, вставай, Дима. Да встаю, встаю. Красиво. Дим, не ссы, я сейчас его чайником убью. Давай, по морде. Чайником? Блин, все оружие позабирали. Просто мы ключики искали. Все, башмаки одел, они тебя не спасут. Так, отлично, давайте сюда. Где эта бабка, тварь? Не люблю бабушку. Они все время вас бьют тапками. Я вам вообще-то оставляю наследство. Ох ты, блин, не попал, это была метка вроде бы. Давай, добиваем его. Давайте, я пошел за ножом. Сейчас еще факелом ее. На. Давай, Дим, давай. Не даем даже бабки в да, все, это была, ребята, очень быстрая катка. Ну что, ребята, катка номер два. Три бабки и два внука. Давай. Давайте будем прям жестко, да, в этот раз играть? Давайте пройдем. Мы реально должны пройти.
Я хочу и бить. Мы ключики не можем, да, их не забирать? Было бы неплохо. Было бы славно, да? Так, первое задание. Нам нужно поливить цветы. Бабушку, за что? Так, спускаемся. Мы же вместе быстро выпали. Эй, бабушка! Этот пристройка нафиг не нужен. Ай, за что, бабушка? Давайте поливаем цветы, пацаны. Мы должны все пройти четко. Я поливаю. Я тоже поливаю цветы. Мы должны точно пройти. Я упал со второго этажа. Ай-яй-яй, стекло разбило сразу. Ты че квартиру разбиваешь? Зараза такая, я тебя буду травить. Так она нам до средства достанется, нам можно. Это уже наша квартира. Ага, потом кто убирает? Задрало. Будет бабушка мертвая, да? Так, поливаем цветочечки. Больно в ноге. Я знал, что ты будешь так делать. Поэтому я отошел. На опыте, ребятушки, на опыте играем. О, Дим, я сейчас возьму гранату, я знаю, в каком она сундуке лежит. Она тебя не спасет. Настроя. Так, сейчас будет следующее задание. У нас сейчас следующее, какое будет задание? Дим, ну понимаешь, зеленое лекарство. Зеленое лекарство искать надо. Я сейчас кое-кого в окно выпну. У меня граната в руках. Везде у нас гранат. А мы еще будем жизни пополнять себе. Там кто-то, Дима, как-то где? А че я сразу? Я добрый вроде бы. Так, а где Дима? Кто из них видит Дима? Я на кухне стою. Понятно, это ты. Я затрагну. Ого! Нифига себе! Я бабка, дурак, что ли? Я тебя буду булить! Я тебя буду булить! Пацаны, ну что, мы проехали. Давайте теперь идемте цветы на улицу поливать. Быстренько, все на улицу. Да. На улицу цветочки поливать. Быстрее, мужики. Кого-то нога болит. Что за тварь? На тебе, говно собачье. Приво! Ай, не надо, дядя! Приво! На! Нормально вы туда. Войной мы сделали с Димой. Жизни себе пополняем. Мне нравится это. Сейчас, пацаны, сейчас. Настроя, знаете, мне кажется, это полегче, да, чем вдвое все-таки. Что ты делаешь, маленький скотина? А ну иди сюда. Я шучу. Ускоряемся. А, нет. Чего папа не продумал копить? Давай, вали отсюда. О, я его пинул. Дим, ты обидел моего друга. Нет! А мы тебя будем бить сейчас, знаешь как? Эй, Дим, разбой. Я профессиональный ниндзя. Нет! Пошел отсюда, тварь. Ты не ниндзя. Так, давайте опять зеленые лекарства надо найти нам обязательно. Я вижу, одно ускоряемся. Три бабки, это имба. Мне кажется, мы пройдем, да, когда втроем? Ну как раз выхватим, это, знаете, баланс, когда оно идеально все четко работает. А что, вы дверь, что ли, выбили? Где дверь? Это я, он гранаты, представляете, как он лупил? Короче, в Диму гранату кинул. Так, теперь нам надо что? А ну, задание переведите, как это называется? Cold... Pill Battle. Еще раз, да, какие-то надо лекарства нам найти, наверное? Почему копия насквозь пролетает? Мы же читеры, ты не знал? 9 хп. Вот отнимаются там. Нам надо красные лекарства найти, вот. Не иди нас! Ой, кинжал, Дим, я иду за тобой. А ну, что ты там сказал? Наверх, мне кажется, наверху лекарства тебе находятся. Быстрее сзади, бомж! Дурак, что ли? Драчун. О, давайте будем все брать. О, жизни пополнились, отлично. Ой, двери все по башке дал. Так, же красные лекарства. Где эти красные лекарства находятся? Давайте здесь красные посмотрим. Красные лекарства находятся на улице. А, да? Так надо брать, берите. Если видите, быстрее, мы задание выполним, мы сможем пройти. О, отлично, жетушки пополняем, ребята. Давай, мы должны пройти. Может, здесь красные лекарства тоже есть? Подумай, дети. Не, нема здесь. Ну, ничего. Красиво играем, пацаны, красиво. Мне нравится, как мы это делаем. И пингвинус, у него меньше всех жизней. Ой, я упал. Привет, Дима. Да я, блин, видите, немножко подпадываю.
Ай, по башке больно, блин, тварь ты такая, а? Так, ну что, красное лекарство мы еще никто не нашли, да? Сейчас найду. Вот, на кухне! О, давай, мы должны пройти по-любому. На улице остальные растишка. Так, теперь нам нужно зеленые лекарства найти. Так, зеленое лекарство, насколько знаю, надо вниз в доме спуститься. Обычно там они стоят. Я буду его отвлекать пока. А теперь тебе пора на тот свет. Я тебя буду просто бить. Бить и еще раз бить. Так. Бум. Вот, ребята, тут я его футбольнул. Неплохо. Я сейчас пойду добью пингвинуса. Не надо пингвинуса. Пингвинус получеловек, полубабка. Не трогайте его. Короче, тут... Ты дурак, что ли? За что ты его ударил? Ты что, по башке зарядил? Нет, хуёка, где они? Нема, да? Блин, нема зеленых лекарств. Они на втором этаже, как минимум, точно есть. Или нет? Хуёка, где они находятся? Где эти бабки? В подвале. Понял, иду гасить. А нельзя, да, выйти нам через окно, да? Было бы неплохо. Ага, лошара! А где зеленые лекарства? Я их съел, а все. Да какой съел? Вы не имеете права их есть. Бей его ногой, бей! За текстуры улетел! Ты будешь вставать, я тебе не дам встать даже. Ты просто будешь падать и падать. Дим, вы что, читер, я за текстуры улетел? На тебе! Это кого я бью постоянно? Его, нет! Васаби! Тебе повезло! О, нашли! Так, что нам надо? Теперь надо нам что, убирать вещи, да? Да, убраться вещи в нашей комнате. Дима, не на... Дим, подумай о детях. А я тебя буду бить, ты понимаешь, я тебя буду просто избивать ногами. Это жестко. Я пинаю тебя. В окно красиво! Блин, это эпично, эпичненько. Блин, классная серия. Надо убирать комнату, я убираю. Я иду. Мы все вместе идем, не переживай. Не убирайте, пожалуйста, я иду за гранатой. Это последнее задание, насколько я понимаю. Да. Так, заходи и закрываем двери. Когда кто-то будет заходить, я просто буду пинать его. О, Господи. Придавил. Что? Бабка, стой, не так не делай. Все, подожди, Дим, я взял хорошее оружие, можете меня подождать? Я хорошо. Давай, я тебя почти все собрал. Да, давай. У меня есть хорошее оружие. Блин, гринпил надо выпить. Гринпил. Гринпил? Еще одно задание. Иди сюда, тварь. Да. А теперь моя очередь тебе. Что? Он всех жжет. Ты тварь, мы сейчас умрем. Нет, бабка. Ух, слава богу. Блин, представляете, что он сделал? Одним ударом троих. Вот это, знаете, большой минус, что мы вместе держались. Я умер. Ничего. Ой, бабка. Извини, что так получилось. Нет! Ой, я сальтуху сделал. Представляете, мы сейчас еще и не сможем выиграть. Это будет жесть. Последнее задание, кстати. Вот не пинай. Гринпил надо выиграть. Ну, короче, зеленое. А где оно? А, я нашел. Давай, нажимай. Сейчас. Блин, мы должны пройти, Мы сейчас этих маленьких бабушек вырыл. На! Эй, тварь! За это? За это. Еще? За это две недели. Еще убраться надо во внукином комнате? Блин, да. Это жесть. Смотри, я Диму добью. Только посмей. Да не трогай меня, я же добрая бибка. Я не потом ударю. Я на улицу иду. Я на улице иду. Иди сюда, только посмей. Дима врет. Не на улице. Вали. Твой кинжал. Блин, мы не пройдем сейчас. Вы представляете, какие задания насыпали? Раньше было заданий меньше. Да. Ой, какие-то ошибки повыбегали. Как эта игра очень классно оптимизирована. Так, идем. Тварь, я почти убрал. Мы не сможем пройти. Давай, мы не сможем, представляешь, пройти? Давай! Я убираюсь под последний раз! Нет, давай! Мы прошли! Блин, это было очень круто! Это было очень-очень круто!
Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения. Посмотрите мои ролики. Еще. It's delicious.